потихонечку начинает просыпаться природа. И сегодня мы с вами займемся живописью. Но живопись у нас будет акварельной, и писать мы будем с вами цветы. Для того, чтобы написать цветы, кроме акварельных красок, нам сегодня еще понадобится какая-то пластиковая карточка. Итак, букет мы начнем рисовать с больших, с крупных цветов. В нашей стране принято дарить нечетное количество цветов, поэтому в букете у нас тоже будет нечетное количество цветов. Я возьму 3 цветка. Чаще всего букет собирают в какой-то определенной цветовой гамме. У меня он будет сегодня состоять из цветов теплых оттенков. Поэтому я и начну рисовать вначале крупные, большие цветы теплых оттенков. Один из цветков у нас должен быть так называемым композиционным центром. Поэтому его мы будем делать наиболее контрастным и наиболее крупным. Просто произвольными мазками я начинаю выкладывать лепестки цветка. Я вам уже говорила, что нам нужна будет сегодня пластиковая карта. С помощью этой пластиковой карты мы сможем добиться неких эффектов. Посмотрите, начиная проводить пластиковой картой по еще мокрой акварели, мы можем получить определенные эффекты. Она вытирает красочку, и остаются вот такие вот красивые прожилочки. Но я наметила силуэт первого цветка. Теперь я посмотрю, какие и где цветы у меня будут расположены еще. Следующий цветок у меня пойдет немножечко поменьше, и он будет располагаться ниже. Так как мы сегодня рисуем на слегка тонированной бумаге, она имеет немножечко такой теплый охристый оттенок, поэтому цвет бумаги сегодня тоже у нас работает. И посмотрите, я не буду, вот если у меня кисточка оставляет небольшие прожилочки бумаги, я оставлю их. Они мне сегодня тоже могут пригодиться. И опять беру пластиковую карту по форме цветка вводить и делаю вот такие движения. Третий цветок у меня пойдет немножечко спрятавшийся будет за основной. Получается вот такое вот направление цветков. Пока два последних цветочков у меня сохнут, я могу заняться большим основным цветком. И начинаю работать с этим цветком. Серединка, там где у нас будут тычинки, я не дала досохнуть цветком полностью. Он у меня немножечко сырой. И для того, чтобы вот тычиночки расплывались, я и не буду пока его просушивать до конца. То же самое я делаю двумя другими цветами. Я хочу добавить не раскрывшихся бутонов в наш букет. Когда мы проводим пластиковой картой по невысохшей бумаге, у нас она немножечко оставляет такой эффект процарапывания. И за счет этого получаются вот такие вот красивые линии. Здесь, здесь. Они довольно-таки случайные. То есть специально их просто кисточкой так сделать будет сложно. А карточкой вот такие линии они как раз получаются. Листики. Для того, чтобы сделать листочки, я вначале тоненькой кисточкой намечаю, куда у меня пойдут стебли, куда у меня пойдут бутончики, они должны выходить. Немножко прорисую сами стебелечки. Вот кисточку взяла уже чуть потолще. И опять же, если у нас получается, что чашечка цветка, она немножечко сливается с самим бутоном, переход получается более плавный, это тоже довольно-таки интересно. Бывают цветочки у нас и с бордовыми листочками, и с листочками фиолетовыми. То есть здесь уже может быть, опять же, проявляться ваша фантазия. Я не хочу делать откровенно зеленого цвета листочки моих цветов,
Где-то я их увожу слегка холодный синеватый цвет, а где-то они могут уйти в такой коричнево-зеленый. И нужно проакцентировать саму серединку, как выходят у него лепесточки. Поэтому вокруг серединки я немножечко уплотню. Кисточку возьму потоньше. И чтобы мои цветы казались не настолько плотные, а немножечко ажурные, я между лепестками немножко сделаю видные просветы, видный фон, который находится за цветком. И выведу эти просветы опять же в листья. Я могу прокладывать вначале крупные мазки, сжав кисточку почти сухой кистью. Я провожу еще. Для того, чтобы прожилки где-то были виднее, я могу опять кончиком пластиковой карты. Но это получается только пока лист не высох. После полного высыхания листа пластиковая карта уже работать так не будет. Один листик, который спрятался, делаю гораздо насыщеннее, плотнее. И тоже его проработаю пластиковой карточкой. Так как вариант цветов у нас сегодня должен получиться довольно-таки легкий, акварельный, прозрачный, я не буду весь фон покрывать сегодня акварелью. Оставлю где-то фон работающий. Но для того, чтобы центр был более активный и было ощущение, что зелени за цветами довольно-таки много, то между цветами я как раз провожу цвет зелени. Во-первых, фоном я откорректирую, сделаю край моих цветов более ажурный. Линия окончания лепестка может быть очень волнистая, то есть вы не бойтесь, не должен быть край лепесточка очень ровным, он должен быть довольно-таки живым, неровная, прерывистая такая линия. Вот опять же сейчас центр вот этого цветка, маленького цветка, я могу еще немножечко уплотнить, серединку сделать более темной, плотной. И точно так же сакцентировать серединку у третьего цветка. Теперь опять займусь листиками. Проведу вначале веточки, которым будут крепиться листочки. И небрежными движениями кисти, как бы бросая немножечко кисточку, я начинаю прикреплять листики. Хочется добавить каких-то мелочей. Это могут быть травиночки, это могут быть маленькие какие-то цветы. Вот давайте начнем с травинок. Я тоненькой кисточкой вывожу и вот могу на кончике опять же наставить маленькими-маленькими точечками. Получается вот такая вот травинка. Маленькие цветочки. Я вначале выставляю небольшими мазками лепестки этих маленьких цветов. Потом могу немножечко уплотнить с одной стороны эти цветы, для того, чтобы они смотрелись более объемные. В конце уже поставить серединки. Они где-то даже расплываются. Получаются очень нежные, маленькие цветы. У маленьких цветов могут появиться маленькие листочки. Листочки можно взять чуть потолще. Мне не очень нравится край вот этого цветка. Я его немножко изменю. Я переведу его, опять же, в зелень, в листики. Бутонов хочется сакцентировать ближнюю сторону вот, у чашечки, поэтому где-то опять же тоненькой кисточкой я могу вынести. Вот, когда бутончик раскрывается, у него получаются вот такие вот стороны
торчат зеленые маленькие ростки. Я даже не знаю, как они называются. Могу немножко, кое-где тонкой кисточкой, наметить прожилки листиков. Вот здесь мне не хватает прямо вот каких-то, какой-то зелени. Да, сюда еще. Это еще различные травиночки. Буду делать их разные по цвету. Они у меня будут где-то слегка желтоватые, где-то они могут быть немножко более синие. Где-то они идут пошире, где-то идут потоньше. И опять же, чтобы сделать край цветка более понятным, не хочется его. Вот я снизу оставлю цветок более легкий, а здесь мне хочется его все-таки определить, уточнить. Поэтому я из-под моего цветка достану листик. Опять возьму. Пока сырой. Сейчас у меня появилось желание уплотнить фон вот здесь между цветами. Сделать его более плотным. Не знаю, опять это травинки или это какие-то веточки с соцветиями. И край сейчас получился немножко однообразный. Мне не хочется, чтобы он оставался таким однообразным. Поэтому я чуть-чуть сделаю разделение на лепестки. Я немножечко прорисую цветочек между лепестками. Ну, вот наш букет готов. Наша выполнена. Сейчас нужно подождать, когда она подсохнет. Ее можно будет оформить и либо кому-либо подарить, либо повесить ее и украсить свой интерьер. Друзья мои, творите, рисуйте, у вас обязательно будет получаться.